Валера, Валера, спасай, я пришел поплакаться тебе в жилетку, Валера. Какая жилетка? У меня рубашка, придурок. Мне по барабану куда поплакать, Валера. Валер, если бы Шекспир писал трагедию о моей жизни... Кто это? Я не знаю, Леха знает, мне рассказывал. Он с ним знаком. Если бы он писал трагедию о моей жизни, Валера, он бы не дописал ее, понимаешь? Спасибо, спасибо, спасибо. Обрыдался бы рыданиями, Валера. Валера, смотри на меня сейчас. Вот сейчас важный момент, Валера. Смотри на меня. Валера, я здесь. Добрый день. Валера, у тебя выпить есть? Уже нет. Почему я постоянно опаздываю? Говорил мне отец, говорил, а я его не слушал. Что он тебе говорил? Не слушал я его, откуда я знаю, что он говорил. А я своего слушал. И? Он мне говорит так: Валера, Валера. Очень приятно, тезки. Он говорит, я люблю с тобой каждый раз знакомиться, Валер, честно. Он мне говорит так: Валера, если в школе ты будешь мешать пиво с водкой, то после школы ты обязательно будешь мешать песок с цементом. Зря ты его не слушал, Валера. Он оказался прав. Вообще-то, знаешь, кого надо слушать, кого не надо. Я вот жену свою не слушаю. Вот недавно, после аванса, осторожно, край здесь. После аванса появляюсь дома, ну, ребята меня приносят, и она, ну, чтобы спросить, как ты, что ты, где деньги, понимаешь? Я говорю: Зося, ты знаешь, Зося, полное имя засада, я говорю: Зося. Она: где деньги? Я говорю: взрослая баба, деньги в Центральном казначействе России. И получаю физическое замечание в район головы. Невозможно, Валера. Мне кажется, что у меня моя жена, мне изменяет. Мне моя жена. Да кто на нее позарится? Чего ты? Нет, в смысле, на чем основаны подозрения? Ну, были в Таиланде, так, отдыхали. Снимали бунгалу. Кого снимали? Бунгалу, избушка такая. Месяц к нам ходил сантехник, карантек. Таиланд, там все течет, там дожди. Мы уже месяц как вернулись, а сантехник все тоже приходит. А что ты хотел, Валера? К нам недавно пришли гости, и я возьми, да ляпни, я говорю... Сантехники? В общем, творческая интеллигенция. Так. Я возьми, да и ляпни, говорю: они пропустили нам по стаканчику. Зря ты это сказал. Согласен. Жена говорит: тебя за язык никто не тянул, вот ты и пропустишь. Весь вечер сидел наказанный. Я как-то со своей сидел. Ты так не торопись, ты помедленнее говори. Чего ты так гонишь куда? Мы же не спешим никуда, мы отдыхаем. Что? Выходной все-таки, понедельник. Я как-то говорю... Подожди, здесь кто-то третий. Да это я так сделал. Я ему говорю: мы женаты с тобой уже давно. Ты можешь мне сказать, были ли у тебя мужчины за меня? Острый вопрос. И? Она говорит: да. Да кто на нее позарится? Чего? Нет, я имею в виду, никто был. Я говорю такой: а сколько? Она мне говорит: 7. Так получается, ты 7-й? Я 4-й. Давай с горя выпьем, Валер. Я уже 5-й час не похмелённый. Я не пью. Давно? 42 минуты. А ты педант, Валер. Меня, Валерка, мне врасплох не застать. Да. Вот любой вопрос задай, я тебе сейчас отвечу просто по всем пунктам. Население Кампучии до 2000 года. 5 727 323 человека, включая детей. Докажи. Пересчитай, если не веришь. Так ты мне нальешь? Нет, да. Что я сижу? Да, нет. Я же пью. Валера, ты знаешь, я сейчас
уже просто по делу тебя спрошу. Ребята спрашивали, интересуются просто. А что ты с нами в баню перестал ходить? Тебе секреты какие-то или что? Есть секреты. Я в тату-салон пришел. Говорю, ребята, сделайте мне наколку танк на всю спину. Они сделали. Говорят, готово, товарищ. Я говорю, а что так быстро? Они говорят, а что там накалывать? 4 буквы. Я думаю, жена порадовалась, когда ты пришел? Конечно. Ты модный пацан, модный. А у меня была недавно ситуация, моя себя ведет по-другому. Я недавно возвращаюсь после зарплаты на 12-й день. На где ты был? Я говорю, 12 дней лежал под капельницей. Да ладно? Да. Бедолага. В железнодорожном депо обнаружилась ничейная цистерна спирта. И кто-то снизу там проделал маленькую дырочку. Я на 2 недели кап, кап. Ну, под этой капельницей только не за. Валера, накапай мне хоть сколько-то, Валера. Если твой танк, твоя приора на ходу, давай съездим. Это невозможно. Сейчас гаишники везде стоят. Это вчера меня не хлопнул, подошел к машине. Смотрит, в машине тоже гаишник. Честь отдал и ушел, хорошо пронесло. Валера, честь, я вообще не понял. У меня в приоре стекла зеркальные. У меня знакомый поехал по делам на Дальний Восток, и не какой на Дальний, просто на Восток, а Восток дело тонко. И видел, как на дороге мужчина палкой избивал ишака. Кошмар, Гринпис на ней. Вот именно. И, во-первых, подходит гаишник и говорит, нельзя так себя вести с вашим транспортным конечно, средством? Конечно, нельзя. И говорит, еще раз увижу, накажу по всем пунктам, накажу. Я наказал его. Да. А мужик к ишаку наклоняется и говорит, что ж ты не сказал, что у тебя брат в ГИБДД работает? Валера, я это не понял, у меня что, к тебе была холостая ходка? Ты мне что, так и не нальешь, Валера? Я так и уйду? Нет. Валера, ты застал, я твою жену сейчас понимаю. Слушай, и ты застал, молодец, Валерка. Как я тебя люблю, Валера. Рано радуешься, Валера. Это я не понял, часть, Валер. А понимаю, это лимонад. Лимонад? Лимонад. В связи с чем, Валера? В связи с началом здорового образа жизни. Ну, поздравляю с началом здорового образа жизни. Ты сказал, я начал. Друзья, друзья, за здоровый образ жизни. За здоровый образ жизни.